Более года назад камерный литературный театр «Голос поэта» создал программу, чтецкую программу по произведениям поэтов-шестидесятников, которую мы так и назвали «Шестидесятники». Одного из авторов, поэта Евтушенко, то есть его произведение, исполнял артист театра Павел Белов. И он так сросся с поэзией Евтушенко, так полюбил ее, что создал собственную сольную программу, которую мы назвали «Я разный», с музыкальным ансамблем «Губерния», с певицей Мартой Серебряковой и с солистом Синяковым Александром. Я не верю в чудо, я не снег, не звезда, и я больше не буду никогда, 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 никогда. Дорогие друзья, 21 сентября в 19:00 в органном зале Пенза концерта состоится премьера музыкально-поэтического спектакля «Я разный», посвященный памяти поэта Евгения Евтушенко. И я, Марта Серебрякова и квартет «Губерния» принимаем в этом участие. Приходите!